хорошо. Ты жрёшь, как всегда, да. Я, короче, не понял, эта штука на меня упала, как метеориты с неба, с потолка. Это или голуби принесли, или, может, кто подбросил, что это такое, непонятно. И что мне с ним? Может, это палочки? Может, это... Что? Грызоточилка какая-то. А какая еще грызоточилка? Только не тринди, выдумываешь, как всегда. Так как у белок, шишки, зубочечи, это самое, точилки были. Я забирал у них, вот такая, похожа на шишку она. Да ты шо? А еще на сушеный какой-то апельсин, только не вкус. Это ж прям вообще похоже на шишку. Да? Что, похоже, высосанное яблоко. Кто ж его так высосал, что даже не сладенько оно? Да, пиздец. Это мочалка для старухи, этой бабки чокнутой. Она, хозяйка наша, купила. Мамке своей бешеной подарить. Чё тебя прибило тут? Вообще-то... Вообще-то читать не сюда посадили. Ну? И журналом закрыли. Зачем прихлопнули? Я не знаю. Какие прихлопнули? Положили. Я видел, как она так хлоп! А ты такой... аж глаза закрыл. Это тебя хлоп. Хлоп. Не, меня мочалочка-то ты... Тебя мочалочкой лупасили. Шишёное яблочко. Я его сейчас догрызу. Уже она съедобная, вообще я не вкусная. Она не съедобная, же сказала. Не рви газету, говорю ей. Задолбали. Не рви, а то она рассердится тебе, потом еще даст. Она газеты не читает. А нафига они ей надо? В туалете, что ли? Она окна вытирает ними, точно. Ты что, прикалываешься? Да я видел, она так еще на них делает и потом трет. О, ребят. Печенька. А если ты не дотянешь? Чего? До как лета? Это? А если тебя выгонят? А если тебя выгонят? Нет, я у них красавчик. Они сказали, что я хороший друг. Да и, ты что? Да, меня любят. Меня любят, мне чесали хвостик. Так, такой друг хороший, ребят, вообще офигеть. А, получил тапком по морде. Каким тапком по морде, ты что вообще? Сейчас еще получит. Ребята, гляньте, что творит. Ты что, вообще тю-тю? Это ты тю-тю. Нафига ты такое делаешь? Да что я уже делаю? Что я уже успел сделать? Ребят, ну реально сейчас будет хана нам. Я здесь еще краями, я ни при чем. Да не гони, она же тебя наругается, е-то-е. И тебя тоже. Да она же... Ребята, вы гляньте, что чудо, ты дуралей вообще! Это ты дуралей. Отпусти полотенце. Да какое это полотенце, ты что вообще уже? Отпусти, боже, умоляю тебя. Фух, слава богу, они забрали. Я думал, что хана будет полотенцу. А потом да, и тебе хана. Я же переживаю за тебя. С кем же я буду потом дружить? У кого же я буду потом спрашивать советы? Опять это сушеное сушонище. Да это мочалка. Да я не понял, нафиг оно мне надо. Ни морду не засунешь. Посуду мыть я не буду. И вообще непонятно, зачем оно нужно мне. Мне оно интересно, конечно, все. Но нафиг они мне это дали. Тебе это интересно? Интересно? Ну, конечно, что-то новое, но пахнет. Пахнет то ли сыр, то ли еще что-то. Ты знаешь, оно вкусно, по-моему, даже если так хорошенько его рассосать, разжевать. Чего? И оно так ничего, даже, ты знаешь, большую голодовочную эту самую зиму можно было и сожрать. А еще тебя! На пуфик похоже. Прикольная штука, вообще, я хочу сказать, ребят. Не, ну реально похоже на сушеное яблоко, ну реально. Вообще не похоже.